Вітаємо прихильників цього цікавого виду спорту на чемпіонаті Кубку України з мотокросом. Слово для привітання надається сільському голові Савченку Сергію Петровичу. Шановні учасники змагань, гості, дозвольте привітати вас щиро і сердечно на Покрівській землі з відкриттям змагань. Побажати вам гарно відпочити спортсменам, показати дійсно гарні результати, щоб змагання пройшли весело і дійсно переміг найсильніший в усіх категоріях. Зі святом! Слово для привітання надається заступнику голови районної державної адміністрації Сахну Андрію Івановичу. Шановні учасники сьогоднішніх змагань, шановна громадськість, по-перше, я хотів би вас привітати з сьогоднішнім державним святом, 25-ю річницею нашої Конституції, побажати вам міцного здоров'я, щастя, удачі і всього найкращого, щоб наша ненька Україна завжди квікнула. Учасникам змагань бажаю яскравих перемог, глядачам задоволення від перегляду сьогоднішніх змагань і щоб все було добре. Ці змагання не вперше проводяться на Конотопській землі, це вже традиція. І я думаю, що спільними зусиллями ми будемо намагатися, щоб ця традиція завжди жила. І з святом вас, і всього найкращого. Надається президенту автомотоклубу «Рокер» Курченку Олександру Івановичу. Добрий день, громада, спортсмени. Зарані я хочу извиниться за незручності, які були тут, трошки затримка. Перед спортсменами вибачаюсь, перед глядачами теж. Так, всіх вітаю зі відкриттям змагання. Ну, бажаю безкомпромісної боротьби, ну і успіхів. Завжди в мотокросі побіждає сильніший. Дякую. Слухається голова змагань президенту Міжнародного координаційного центру екстремальних видів спорту Градусову Володимиру Олексійовичу. Добрый день еще раз, уважаемые зрители, участники соревнований. Разрешите обдуманной судейской коллегии поблагодарить вас за то, что вы пришли посмотреть на эти мероприятия, которые сегодня у нас здесь будут проходить. А спортсменам пожелать хороших стартов и удачных финишей. И то, что касается регламента сегодняшних соревнований, или, как говорят, проще расписания. Значит, сейчас сразу после открытия соревнований в классе ветеранов убегут, затем тренировка класса аматоры и начинаются официальные заезды класс 50-65 объединенные, 85 open, ветераны и аматоры. То есть вот такая у нас будет программа. Что касается времени проведения заездов, в общем-то, они согласованы, есть в регламенте. Будем, если возникнут какие-то вопросы, будем обсуждать их со спортсменами. И что касается классов. Значит, все классы состоялись, и аматоры, и ветераны. Единственное, что у нас нет комплекта в классе 50-65. Поэтому так, в общем-то, в рамках правил. Вопрос.
Ветераны, пожалуйста, я вас приглашаю сюда, в предстартовую зону, для ведения тренировки. Я еще хочу сказать зрителям, пожалуйста, не выбегайте на трассу. Все видно и так хорошо, трасса просматривается. Да, у нас сегодня проходит зональный этап Кубка чемпионата Украины по версии МАУ по мотокроссу. Сегодня в Конотопе приехали спортсмены, которые представляют довольно-таки обширное представительство региональное. Это можно назвать такие города, как Киев, Харьков, Ромны, Полтава. Конотоп, естественно. То есть практически представлена центральная и восточная зоны Украины. Что касается классов, то сегодня будут проходить соревнования в классах Open, MX2, в классе ветераны две группы, первая, вторая группа, и класс любители, или как их называют, аматоры, то есть это те спортсмены, которые не имеют разрядов и могут участвовать в этом классе. Кроме того, есть детские классы, класс 50-65 и класс 85. Класс 85 не столь представительный, но тем не менее он присутствует. Поэтому можно будет увидеть гонщика в этом классе. Возрастные рамки, которые представлены на сегодняшних соревнованиях, это от 7 лет самые младшие классы и до 60 лет класс ветерана. То есть, как видите, разброс довольно-таки большой, поэтому занимается, как говорят, и старый, и млад этим видом спорта. Соревнования в Конотопе проходят не первый раз, это уже, как бы, можно сказать, что и традиция. Поэтому я надеюсь, что и администрация, и руководство района, и города будут поддерживать проведение таких соревнований в дальнейшем, потому что, в общем-то, технический вид спорта – это подготовка молодежи и для службы в армии, вот, и для работы в народном хозяйстве. То есть это вид спорта технический, который привлекает молодежь к работе с техникой, не только со спортивной, но и с бытовой.